Во! Страшно? Нет. Но сыграть нужно, что страшно. А как это сделать? Вот три лучших способа изобразить страх. Первый – это расслабиться. Мысленно и физически нужно максимально отдалиться от подстерегающего ужаса. И тогда получится сыграть в подлинный и мгновенный испуг. Второй способ – это замерзнуть. Потому что когда нам холодно, наше тело становится более чувствительным и уязвимым. И от малейшего щелчка пальцами человек вздрагивает. И третий способ. Допустим, вам нужно сыграть страх по хлопку. Для этого представьте себе образ самого страшного существа, которое только может быть. А теперь представьте, что по хлопку это существо тут же появится! И вы совсем не знаете, с какой стороны и что оно с вами сделает. Если видео оказалось полезным, ставь лайк. А напоследок скажу, что намного лучше сыграть страх, чем его испытать. Счастливого Хэллоуина!